Подходим к Року, хилы тоже. Товарищи, Сагрин и Алё назад все собрались. Собака опять застрела. Да насрать надо, Варьку, идите все к Року. Слушайте только меня. Олег спрятался в танка. Диплом, ты тут? Пока не надо. Че, он забагался? Пошли бить трэш. Хотя нет, стоять. Сзади вот эту Вальку надо сорить. Уже сагрили трэш. Диплом, повернись. Развернись на 180 градусов и ставь эту звезду. Вторую Вальку теперь звезда. Так. Все, хватит, забили, бейте трэш. Валька. Ну тяни Вальку. Давайте звезду бьем. Так, милики, бьем в звездочку, РДД кружок, погнали. Молодцы. Милики, звезду, РДД кружок. Кружок и квадрат. Милики, звезду. Отошли от квадрата, милики. Бейте пока трэш. Милики, отошли от квадрата. Акма, тяни звезду на себя, в милике бьем звездочку. Акма, выделяй таргет звезда и таунтим этого моба. Все в звезду. Кружок тяни. Thank you.
Дай столик. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда. Жалкие невежи. Да вы... Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Вкусно надо съесть. Пика сердится. Ого, комбат забагаем. Не багает. На этом КД забагалось, что вы рассказываете? Покидайте стол. Это ставил на КД. У меня уже достаточно таких предметов. Пытка. Давайте ставим шкаф, сумоним варенька. Сангвинец, пекасев, улипал, лизнит там растрашамана. Мы знаешь каски. Все четыре делать? Пацаны, кристалл запускай. Не по... Щиты. Кристалл, интеллект, лапу. Так, Рейд хилит Кокосина, Пижон, все остальные и Вальку. Танки погнали. Подавители слева, справа тоже. Thank you.
вон слева. Ничего не знаю, первый забил. Гриба. Слева подавление, справа сверху подавление. Этой комнате дадим рост. Бастик, уйди отсюда, я впервые пришел. Займи слева портал, слева свободный портал. ДК упал. Подними его. Могу. Скажи, что подняли. Снимите БДК. Подняли его? Да. Иди все как просто. Все, вставайте, захиливайте до конца. Даю им. Осколки. Так, кто первый по очереди на осколки? Да, спекайтесь все, в ДД будем бить трэш. Мили пояс. ДД плащ. По паэру. Маг Элисанда, по-моему. Не-не, тюменская, тюменская выше. Зиппер не знает правил. Никогда так не было, не выдумывай. Понимаю, как по мне плащ весьма достойный. Согласна. Блять, выдумывайте какие-то свои правила, потом люди спрашивают у меня, почему мне начислили за 10%. Не, ну если по правилам, то он должен быть за 10%. Правило написано, не бисовая шмотка 10%, а плащ не бисовый. Это кто в правилах написал? Я такое не писал, там просто админов много, наверное, они написали. Я такого Я недавно написал. Случайно почитал правила. Блин, надо сейчас зайти и посмотреть. Да-да. Ну, он не бисовый, он предбисовый. Thank you.
Хантер. Можешь притянуть мобов с Синдрагосом, прикольчиков? Мне с обычки стало там хуже плащ. Но я не вижу, где тут за 10%. Я вижу, что вещи, которые идут на ПВП, бринтроль, небелун, ПВП, плечи, ткань, за 10%. Я не вижу, что здесь писалось про предбиз, биз. А НСК тоже за 10? А, вот тут кто-то дописал, короче, как определяется стоимость вещей в рейде. Ну, кто-то недавно отредактировал 25 марта 2018 года. Это не я делал. Чего вы занимаетесь самодеятельностью? Наверное, Седер отредактировал. Да, и все такие подхватили, что у нас всегда давалось за 10%. Я за фул забирал массово. Я тоже за фул забирала. А чё за бред 10%? Не знаю. О, шикарная спина. Я делю это. 100%, если 2 или больше человека ролят на основной спиквич, правильно. 50, если 1 человек ролит на основной спиквич, правильно. 10%, если вещь никому не нужна на основной спик, то она выдается по ролу на успех. Вот. Вот этот следующий, кто-то... 10%, если вещь нужна на мейн спик, но она не бис. Тоже от себя эти накручено, надо удалить. Все. Типа не бис, как это кольцо вот это с меткостью, да, совета. Ну, с той меткостью, оно же бисовое, блядь. Оно бисовое. Если у тебя багруха, то да. Если ты демон. Да там хоть какой класс. Хоть какой класс. Сборка может разная быть. Какой 720? Рыбка. Спасибо. Кинешь ее, может, тогда в пятую, вместо меня. Киньте каску по ДК, пожалуйста. Я на прошлой неделе увидел, как за жезл с гниля дали что-то там 300 или что-то такое. Я привык, что за него косарь 200 лупят. 389 по аддону. Ну, ладно. Там две цифры написаны, если че, в одной. Ну это не ко мне проблемы, вопросы. Не, я не спорю ни с чем. Я просто говорю как факт. Который не знает правила.
за полгода не выучили. Давайте, чек на пул, Оксана, Килька в банке, Акма. Каску под АК дайте, но прошу уже. Есть каска. Ну, еще каску. Все, все готовы, давайте заходим в зеленый, запускаем босса. Опять начало. А, висим. Притяжка сейчас смотрим. Кого фрост резистит, дадите мастерам. Притяжка. Дал сакру. Дот эти в эту синдру сейчас взлетит. Метки вперед вносим, дистанцию держим между метками. Жесть, как оно так? Забегайте быстрее, по центру посередине падает. Фух, по центру падает далеко. Правее. Левую глыбу сбейте, 350 тысяч. 264. Слейте слева глыбу. Хилах освобождем. Да. Лупим жезлом, пацаны. Давайте, побежали. Забыл сказать про рост. Ладно. Метки вперед. Левее падать далеко. Центр. Левее. Центральную глыбу подбейте немного. 282 тысячи. Крайнюю справа 306 тысяч. Ну, давайте быстрее, мага 27% уже. В метке подбосса. Доти подбосса, милики отошли в эту зону. Сразу снимаем метку. Доти, ты зашел во фрейм, так нельзя делать. Мы так не сможем скинуть стаки, мы все умрем. Не делай так больше. Тюменская, давай подбосса.
Великий ВДД зону. Метку не сливаем, ждем притяжки. Да, как так-то, блядь? Диплом рано пошел менять. Отошли, дайте гимн отхил, ой, дай гимн. Сливайте метку, давайте рост. Доти, давай гимн отхил. Ща отойду на место, бабленка. Даю гимн. Сивирус, подвоса, милики отошли в РДД зону. Да. Сливайте метку. Косина, давай подвосы. Милики в РДД зону отошли. Сливаем метку. Давай подвосы метку. Милики отошли. Шестая. Не сливать метку, притяжка будет. Не сливать, милики отошли. Или шаве, нажми там шаве. Шаве. Давай под босса, конскюрит. Мелики отошли. Пижон, подыми дипломы. Пижон, подыми дипломы. Отвлекись от хила и подыми дипломы. Лизни тотем под босса. Конскюрит, под... вставай, диплом. Захильте диплома, не стаки. Диплом иди меняй, дайте бафы по диплому. Кокосина, давай под босса, милики отошли. Давай под босса, сейчас меточку. Летаем под босса. Милики отошли. Давайте не бьем метку, сейчас притяжка. Метку не бить. Давай в сторону Виами. Талик. Талик, надо кому-то? Хороший вопрос. Какие вопросы задаешь? Пока как Косина. Косина, я так понимаю. Шо не? Так, защитник. Косина, ты что выделываешься? Ну она, видать, хочет какую-то другую шмотку забрать. Бьют, бери. Бьют, бери. Народная мудрость. Чувак, поверь, Тарик того стоит. Эти чуваки, которые за 50% хотят. И 50% Натали, идите, узнаете, куда с 50% Натали. Я, кстати, как-то забрала. Зашла на Синдру, был добор, упал Талик, я забрала за 50%. За 10 забирал на хила Талик. Ну это... Это вы, блядь, зажрались. Ладно, давайте на лича, сейчас расскажу, что сделать. Кто может подиспелить? Войд, например, ты. Я могу в ШП подиспелить, если надо.
Север Снайп, давай делай лужу в яме. Как? Как мне... ее делать? А вот так. В яме тоже. Какой братан. Слышно? Прием. Да. А мне в ШП или ты в хиле? Даже не знаю, кто лучше, Пижон или Войт. Пижон или Войт? Выкините мне ссылку. Нет, нет, если у вас нет рестер друида, то оставляйте рестер друида на комнату. Вьямер, тут делай портал, делай, иди делать спек. Сделала портал, а можете мне скинуть ссылку? Да какая ссылка? Осквернение 2 вкачай и все. Остальное как хочешь. Убери вот эту херню, как ее, нечестивая Порше или как. Ну вот, два таланта сюда, вместо вот этого таланта, и что еще не качают? Так, сейчас. Погребать. Вьяме, ты видела? А, погребальный плащ в натуре можно не починить. Остальное важно. Ага, а еще антимагический панцирь вкачает. Зона антимагии там. Может там. Вьяме, ты будешь идти делать спек? Два таланта сменить просто. Вон тебе линкнули какие надо. Ну иди делай спек. Я тебе говорил об этом полгода назад, или когда там было это время. Можно вообще два спека сделать. Такой и такой. Так. Значит, вместо погребального плача нечестивую порчу. Нет, вместо одного погребального плача одну качаешь лужу, и вместо одной нечестивой порчи качаешь лужу. Я поняла. Все то же самое, кроме двух талантов. А типа, если бы я помню аспект наизусть, я же его просто перерисовала. Ну и... Так может вы не будете перерисовывать спек, просто будете учить скиллы, механику там, класса. Так я их не учил тоже. Ладно, давайте постану пока. Я станю кружок, задвиний ромб, диплом трусы. Первая волна, вторая волна. Машека, кружок, тюменская ромб. Трусы, диплом. Хорошо, тогда трусы... Гоните талант на лужу. Кого? Вернее? Да. Ага. Диплом трусы станет тогда на всех волнах. Конскурит по команде. Если у тебя английская версия, то это дефайл. Так что я в ШП? Да, давай в ШП, а Пижон в Рудру. А диспелить не в ШП? Или там какой-то диспелить из 4 хилов? Лэйзи панк. Диспелишь чему, ты слышишь? Слышу. Хорошо, давай ты. Нет, 1500 голды от Лэйзи Панка по диспелю я.
Вон паладин хочет диспелить. Пускай диспелит. Летаем, вешай проклятие косноязычия. Ямель, ты тут? Ведь 20 тысяч это чё, без этого, блин, без, ну, на выходе ничего. Ага, рабочки. Хзи. У меня вара нет. Раньше интересно было варам играть, там с валик возвращаться, а сейчас хуйня. Сейчас валик, не сори, не вернусь. Я вчера магом пробовал, блин, тянуться, а тебя, короче, тупо на месте, блин, кует и все. Ну да. Был хоть какой-то адреналин, брат. Отдал перышко себе, блин, пытался, блин, кануться, и меня тупо на месте, блин, кануло. Когда спелла прошло, анимация прошла, я на месте. Скоро и у локов портал отменят, чертовой матери. Не, этого не отменят, это на офе было, блядь, на видосе даже этих, блядь, глянь. Кто убил там ФК Парагонов, там видно, как лок возвращается. Четко видно, отчетливо, как его несет Валька, как он прыгает на портал, нажимает Shadow Resist свой, блин, бежит к лечу. А как это уже работает? Каждый раз, когда я типа бью, оно строкает или как? Бьешь ударом чумы или, блядь, этим еще как его там, господи, подсчитать. Ага, блин. То есть оно само прокает, хорошо, я поняла. О, какая лужа. Сквернение вот этого вот ДКшки. Ну так нажимаешь осквернение, кидаешь на пол его и все, и оно бьет. Ой, осквернение, ой, это. Жжешь мой. Когда юзаешь удар чумы и удар плети, это юзается лужа. Ты же все равно валик будешь юзать удар чумы. Ну да, конечно. Или ты с лича там по скиллу там раскинешь этим чумы. Мором. А мор раскидывает это замедление? Нет. То есть надо каждую вальку ударить, да? Нет, оно кидается по площади, это как АОЕ типа. Лужа ханта, допустим. Это как каток этот юган. От ДК, да? Да. От когда он юзает удар чумы или удар плети с вероятностью 50%, судя по написанному. Я замедляю их на 50%, вероятность походу 100%. А, ну, значит, а, да, 100%. Значит, ну. Ставишь мор через лича и юзаешь удар плети сразу, все, вальки замедлены. Вьями, ты тут? Вьями, что ты там делаешь, блядь? Спек! Какой спек, блядь? Раскидай таланты, как хочешь, да и все. А не наш этот тунг. Че ты паришь? Давай я к тебе портнусь, перепишешь мой спек, потом переделаешь его обратно. Ну сюда портанется и тебя тут перепишет. А, ну да, кстати, да. Портуйся сюда, что ты там стоишь-то? Или ты тренера найти не можешь, блядь? Вакерусь. Тут вакерусь это заблудиться можно. Цитируя классика, сложно. Надо гайд снять, короче, как вакерусь из тренера найти ДКшно.
Блин, а зачем сделали так, что вары не возвращаются? Они же говорят, что на офи возвращались. Как бы тебе Виами выразиться? Мягко, чтобы тебя не задеть. Ты талант нужен, чтобы убить лича легче. Ты с этим талантом будешь постоянно ходить на лича. Зарену суммонит? Да, как мы вылетел? У него нет пропал, написал, меняйте. У кого-то есть БДК? У меня. Ну, плюс станчики. Пупер сейчас 21 кусок даст. Не, я еще не добавил. Давайте чекнем на бафы. Каски расстояние. Там как прокнет свалили, тогда прокнуло свалили, и все летели там без рассекающего. 24 на выходе был. Там бы ДКшки таланты раскинули. Так, Тюменский раздай кресты, я каски раздам. Поставил рыбу возле шкафа. Давай, похоже. Не падай. Есть у кого фласка на ДД? У меня есть. На РДД только могу дать. Могу реги дать друидам, паладинам, надо кому-то. Где деньги? Сейчас. Сколько она стоит? 300. Гол? Да, одну фазу 300 гол. Ладно. Сейчас дам каску. Виами, ты готова? Килька в банке. Да нет, там таланты раскидываются. Человек не знает просто как раскидывается его там. Даже ты так уже справился. Давайте варов назначим на кружочек, ромбик и треугольник на подрезание сухожилий. Я, например, подрезаю всегда. Чё, Трица? Я двум даже подрезал, Джерил. Да можно всем подрезать. Сейчас. Ну, блядь, у нас, как обычно, третье тело куда-то в бок летит, блядь. Можно укачать тваром талант в третьем по фури ветке, и там будет замедление по всем. Все, я запускаю. Поехали. Был бы он секунд на 10, было бы нормально. Ваня. Хорошо. Да, я понял. Спасибо. На АДК без этого таланта. Пет наносит где-то 600 тысяч дамаги без этого таланта. Это пиздец. Я просто хочу сейчас прыгнуть с платформы. Дядя, как говорит классик, как развидеть увиденное. А, это пиздец, там надо этот талант вкачивать, а не вкачивать один раз в отчаянии. А! Пэт, конечно, в АДК не вкачать это. Я просто хочу сейчас Пацаны, 10 секунд до пула, молчим, поехали. Давайте с первого. У меня вкачан же, нет? Тихо, не вкачан. Короче, я охуевший, давайте дальше. Играем. Нету слов, без комментариев. Стали в квадрат милики. Квадрат встали, блять, чтоб лужи, эта ловушка не кинулась прям в лича. Так задумано, чтоб все в квадрате стояли. РДД убежали. Чума, 5 секунд. 3, 2, 1. Чума на пижоне, вынеси. РДД перебежали. Блять, кто это со мной говорит? РДД перебежали. Тебе нечем заняться? 3 секунды ловушка.
2, 1, смотрим. Протопал, ловушка, проходим все вместе. 4 секунды чума. 2, 1. Сейчас будем носить чуму. Милики. Так, на дипломе. Диплом диспель сам себя. Встали в квадрат. Сейчас будет ловушка. Милики побежали в квадрат. На миликах ловушка. Забейте на леща просто в квадрат. Становимся опять в квадрат. Вступление. Встаньте, ханты, снимайте вступление. Ловушка, 1 секунда. Протопал, опять ловушка. Чума, сейчас будет 3 секунды. Выносим чуму, не в ловушку. Шанан, выноси. Все, диспел его, диспел. Дайте крикнуть. РДД, ловушка. Перебежали. Милики тоже двигаемся. Двигай босса, потому что 3% до переходки. Диплом двигает трэш. Сейчас будет ловушка, 3 секунды, и все на край уходим. Смотрим. Так, РДД, ловушка, все, хватит бить лича. 2 секунды чума, будем выносить, уже не будем. Так, доти, давай гимна ману. Пьем духа. РДД отошли от мелизоны, набрали дистанцию. Бедолом Александра Кокосина. Набираем дистанцию. Не напугливай, Сип. Алло, Роги. Что там такое? Да, блядь, духа напуливают на пулпера. Это пиздец, блядь. Криси. Бля, я сейчас боб кину на пулпера. Кейнеры залили. Кейнеры бастику. Конскюрит. Лазипанк. Пижон, если не заливал себе. Последний дух. Так, 5 секунд, чтобы убить духа. Шарик добейте. Так, диплом, забери духа. Только не в рейде забери. Веди параллельно лечу его. РДД, короче, добивайте милики в звезду. Становимся в звездочку в одну точку. Все, играем. Перетру в пушке. Через трусы играем. С центра все вышли, милики по бокам бьем. Вальки, осквернение 3 секунды, готовимся выйти в яме, осквернение. Давай сакру диплом. Добейте кружок. Давайте, Рос, без комментариев. Становимся в звезду, осквернение выносим там, где вторая, вот эта первая лужа. Встали в звездочку. Все остальное рейд входим влево. Машека. Тюменская, конскюрит, станете варки. Станьте звездочку, после первой варки разбегаемся влево, вправо. Так, разбежались. Давайте, через ромбик играем. Застанили вальки. По ромбу нет... А, ромб никто не может станить. Трусы. Давайте в ромбике, сыграли еще. Все, леча бьем, в центр не идем. Вышли все в центр. Так, осквернение 3 секунды. После него идем в центр. В яме опять осквернение. Давайте быстрее в звездочку. Встали в звезду. Поверни леча. Через кружок играем, кружок застанил. Трусы застань диплом. Через трусы играем. Я в трусах. 5 секунд, чтобы залить вальки, потом осквернение. 2, 1, 0. Осквернение пижон. Ну, кружок, давайте ромб еще. 100 тысяч. Давайте опять все в центр. Будут вальки. Потом осквернение. Так, Машека, Тюменская, Конскюрит, станете. Встали в звездочку. Играем в вальки. Через кружок играем.
Сквернение гибушку. Отошли, не выпрыгивать, не выпрыгивать, блядь, не выпрыгивать, сука! А на ком-то нам не было сквернения или нет? Расскажу. На Элисане. Кому ГП кинуть, как вы считаете? Два раза в Яме, один Элисанде можно кинуть. Элисандме. Осквернение на Элисанде. Боже, маг, у тебя блинк. Вообще-то я вышла из него. Я, блин, ты с рейда его блинкануть могла. Я же говорю, я блинканулась, я вышла из него. Почему там весь рейд утонул? Ну, она вообще, она лежит там, под первым столбом. Есть. Желательно еще не прыгать, когда блинкуешься. Эх, у тебя нет ачивки из 25? Он оффлайн, что ли? Хочу попробовать свои силы в районе героического уровня. Ями, ты слышишь, почему? Ями, ты тут? Ями. Почему ты стоишь у Вальки и бьешь ее, когда на тебе осквернение? Тупишь, 2 секунды стоишь и не выносишь. Да я попросил встать сбоку, слева или справа. Бить Вальку. Ты стоишь в центре, заливаешь весь рейд осквернение. И пишешь, что тебе еще. Это же девочка в Яме. Это она, Алексей, она же нормально играет, что-то нет сегодня. Ладно, пацаны собрались, все сделали, все красиво. Но магом блинковаться надо все. Красиво это анба. Крутоваром, да? Как я там капли просил, блядь. Фиш. Голд фиш. Thanks for the eat. Шанан, у тебя что, багрухалась шмотка? А есть у кого еда для бомжей? Никаких смысл для бомжей. Не носит багруху, не носит эту. Давайте фубав. Не буду. Кайф. А что он ее ролит? Хочет заролить? Я не знаю, что он ее ролит. В смысле, ну Эршам носит багруху. Эршам носит на не. Ой, на не. Да как? Че, купили или что уже нет? Угу. Кресты тебе менское сдай. РДД не ставят слезу себе, что это такое? Ладно, ладно, дядя, я понял, что тяжело развидеть увиденное, ну да ладно. Какая слеза там? У кого? Пушина. Или, блин, это пиздец. Там профитнее поставить с МП5 два сокета, блядь, чем срезу. А че если вкачать НХ до боя с двумя оружиями и остальное валим окинуть? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Пусик, быструю жизнь, только ДДшник. Десятки тысяч душ. А кто пробовал тут старого доброго этого? Господи, гибрид лока. Работает, не? Какой гибрид еще? Ну, через поджигание и там до этого экзекутки локовской. Это только там в 10-х годах, 9-м работало. Я сейчас, с тех времен помню, спрашиваю, сейчас оно что дает? Ничего? Нет, ничего.
Слабый спир. Милики в квадрат. Чума 3 секунды. 2, 1. Долом, чума. РТД ловушка. Сана, ты кружок не видишь? РТД ловушка. Чума 2 секунды. Доти, выноси чуму. Сейчас будет ловушка 3 секунды. РТД ловушка. РТД, вы что, обкурились? Ловушка 1 секунда. РДД ловушка. Чума 3 секунды. Не достаем, да? Тюменская, выноси. Милики в квадрат. Три процента. 72. Стопайте дома по лечу. Эскейп нажали, ждем ловушку. Все на край, милики, ловушка. Видите, где квадрат, милик? Шанан, выноси чуму. Трэш с чумой, трэш с чумой. Трэш с чумой. Забери, моста он прожми. Не трогай трэш. Веду к тебе, вурдалака. Забери. Стали на рейнджер ДД. Лизни тотем, Элисандра, бедолом, кокосина. Придется в духовом месте вести. На шар не бежать. Ну куда, куда ты сейчас стаунтил моба, который сейчас будет дышать в рейд? Что ты делаешь? Фу, диплом. Встали в квадрат. Быстрее в квадрат. Неважно, делить, ты просто в квадрат встали. Так, меня схватило, не могу застанить кружок. Через кружок играем. Через трусы играем. Осквернение 5 секунд, вышли с центра, по бокам встали, тирагосы, осквернение, кружок добейте. Все, ром добейте, все, бейте лича, давайте рост. Ханк, бэкдэс, скидывай осквернение. Короче, встали в звездочку, вот сюда. Машека, кружок, тюменская, ром. Конскуарит трусы, по-моему. Ладно, будем рать через трусы. Так, вышли со сквернением. Все, через кружок играем. Я, если что, застаню. Все, трусы давайте. Короче, станет трусы. Так, добили ромб. Конскюрит, станешь кружок сейчас. Спасибо за то, что побили кромб. Осквернение, смотрим. Топовый маг. Осквернение, тирагоса. Давайте все к звезде.
Сейчас это осквернение должно пропасть. Встали в звездочку. Все, сыграли. Через ромб играем. Через ромб играем. ТТР шам. Классно, мы встали в одну точку, ребята. Все, играем в трусы. Вот они. Давайте опять подбуду в центр. Звезду встал. Не, нет, плохо стоишь там. Звезду. Вышли со сквернением, играйте через кружок. Было топал в гондике. Курит в трусах. Давайте через ромб играем. Ага. Не падаем. Что не так, я не знаю, дамаги мало или что? Вы неправильно выносите осквернение. Кто? А, в центр? Понятно. Вы неправильно становитесь метку. Говорю, в звезду вы три разные стороны летаете. Так. Так там в центре лужа была. Вот они и растерялись. Васап, ты помнишь, как парагоны осквернение выносили? В смысле? Ну, как они выносили? Они же не так, как мы делаем. У них лич никогда в центре не стоит. Давайте, я сейчас, если на этом трае такие затупы, я кидаю всем ГП за все трае. Я запомнил, кто тупи служили. Ями, Элисанда, Диплом. Три метки, которые неправильно улетали. Бастик. То еще в предпоследних метках я посмотрю и накину вам ГП. Ну если неправильно Диплом улетал. Ты неправильно лужу разливаешь. Я вынес лужу как мог. Я сходу побежал. Нет, Диплом нормально вынес. Если ты про прошлый трай, не этот, который был, а прошлый, он нормально вынес. Ну, в тот, на том трае, когда два раза на Виаме кидалось. Если ты про конкретно вторых валь, когда был, тогда он нормально вынес. Может, что-то путаешь? Сейчас, конечно, духа забрал, когда через весь рейд. Так не делай, Диплом. Вот этот Оксана, Тирагос и Бастик. В разные стороны улетали. Вам придется ГП кидать потом, если мы сейчас падаем. Центр где? Где-то вот здесь, да? Да. У них, короче... Если не ошибаюсь, по вот этим вот шипам были вальки. Ну, по четвертям надо ставить, если ты ставишь ровно в центр, то он может прилететь в любую сторону. Вот так у них танк стоял. Но, я так, обычно ты, стараюсь. Так ты не упирайся ебалом в лича и станешь на шаг назад. Осквернение, короче, носилось вот сюда. Первое. Второе вот сюда. Так, по очереди. Я не помню, но у них вроде в стороны выносились тоже. Ну да, в сторону. Так вот, они как бы сюда идут, а весь рейд сюда. И там даже без тапа люди выносили. А что мы не так делали? Ну, в центре стоим. То есть человек с лужей. Он вот сюда бежит. Вот стоим здесь, да? Он сюда бежит. Там спокойно в стороны выносится лестница, а тем просто, не знаю, первая валька хватает, все, ты начинаешь движение уже. Если не на тебе сквернение, ты возвращаешься, бежишь к валям. Если на тебе, бежишь дальше.